Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Павло Миколаєвич Міхайліді, голова громадської ради при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, собственно, Павел Николаевич, вопрос первый, традиционный для гостей Николаева. Цель приезда в город. Совсем недавно, после восстановление госпредпринимательства. Вы знаете, полтора года назад в результате административной реформы госкомпредпринимательство было ликвидировано. Некоторое время страна жила, в принципе, без такого медиатора, без государственной службы по регуляторной политике и вопросам поддержки предпринимательства, которое бы занималось этими вопросами. Был какой-то определенный вакуум в регуляторной среде, происходили определенные вопросы, которые засвидетельствовали о том, что такая служба все-таки необходима. Мы, кстати, по инициативе вашего земляка Валерия Ветрова, то есть обратились с предпринимателями, с ассоциациями к президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу с просьбой создать такую структуру. Была проведена определенная работа в правительстве, наверное, обосновали, такая служба появилась. То есть у нас сегодня есть госпредпринимательство. При этом службе совсем недавно, 20 июня, был создан общественный совет. Общественный совет на выполнение постановления 996-го. Значит, мы уже сформировали руководство, создали комитеты и выстраиваем взаимоотношения с местным органами, с местным бизнесом. Председателем госпредпринимательства Михаилом Боровским поставлена перед нами задача обеспечить эффективные механизмы взаимодействия общественности, то есть предпринимательской, с госпредпринимательства. Насколько известно, эта служба выполняет такие некие полномочия и функции по фильтру тех каких-то вот документов, которые, по мнению экспертов и политиков, мешают развитию предпринимательства в нашей стране и проводить регуляцию. И мы как раз именно созданы для того, чтобы содействовать проведению этой государственной политики и участвовать в ее формировании. Значит, но понятное дело, что бизнес не только в Киеве сформирован, и мы начинаем такую вот региональные поездки с целью встречи с местным бизнесом. Мы уже провели такое совещание в Севастопольской городской администрации, довольно-таки эффективно, и там создается сейчас региональная экспертная группа лидеров, то есть ассоциаций, которые будут работать и контактировать непосредственно с общественным советом и помогать нам в реализации своих полномочий. Вчера было такое небольшое совещание в Херсоне проведено, и сегодня в Николаевской областной государственной администрации мы встречались с лидерами объединений бизнеса и проводили консультации по поводу того, как построить эффективные механизмы взаимодействия, чтобы мы в Киеве получали определенные сигналы своевременно на те документы, которые необходимо отменить, пересмотреть, на те проекты документов, которые надо подкорректировать, которые нести изменения. Ведь, понимаете, чиновники, когда реализуют государственную политику, они не всегда досконально знают особенности бизнеса. И очень важно, именно как раз госпредпринимательство, получить обратную связь от тех, кто непосредственно связывается каждый день. Поэтому мы именно выстраиваем такие коммуникации. Павел Николаевич, это не слишком оптимистично говорить сегодня о том, что госкомпредпринимательство восстановлено? Я почему спрашиваю? Потому что, собственно, орган существовал, он был создан еще при Кучме. Он был действительно наделен специальными полномочиями, существовали представительства в регионах. На сегодняшний день этого мы не видим. Полномочий, не знаю, какие полномочия, какими сегодня полномочиями наделен господин Бродский. Представительства в регионах отсутствуют. И, в общем-то, то, что мы слышим на самом деле среди, скажем, предпринимателей, активных предпринимателей, они высказывают очень большие сомнения по поводу того, что этот орган будет на самом деле возрожден в том виде, в котором он существовал. Когда вы сегодня говорите, и мы начинаем нарабатывать и так дальше, такое впечатление, что это просто изобретается велосипед. Нужно просто вернуть то, что было. И уже, наверное, был бы большой прорыв. Или нет? Вы знаете, на самом деле, раньше были попытки в 2000-х ликвидировать такое госкомпредпринимательство, но тогда отстояли их. И то, что госпредпринимательство вернулось и в более обновленном, скажем так, состоянии, то с более новыми функциями и полномочиями, это положительный момент для развития предпринимательства в нашей стране. Почему? Полномочия возвращены или нет? У госкомпредпринимательства действительно было право ветировать, практически ветировать законы, которые вредили
развитию предпринимательства. Сегодня оно имеет такое возвращены право? Полномочия, и они даже улучшены, понимаете? Но в любом случае, хоть мы госпредпринимательство, вернее, и подчиняется непосредственно кабинету министров, но осуществляет свое взаимодействие с Минэкономики. Но тем не менее, на сегодняшний день служба только набирает обороты, региональные представительства только лишь создаются, и идет конкурс по приему на работу. Но общественный совет уже заработал в полном объеме. И мы уже буквально с 7 августа, как сформировали руководящий состав, избрали комитеты, мы уже провели пару совещаний, которые оказались эффективны на центральном уровне. И уже имеем обратную связь с регионами. И насчет того, что госпредпринимательство раньше работало, как оно сейчас будет работать, учитывая политическую волю и желание руководства этой службы взаимодействовать с общественностью, и судя по тому, как сегодня уже проводится работа, в принципе, для нас открыты все кабинеты, мы проводим совещания, инициируем это все, есть результаты определенные, у нас очень большие планы на проведение дерегуляции и на отмену антидерегуляционных документов. И есть, кстати, уже согласие руководства правительства на пересмотр госпредпринимательства всех лицензионных условий, которые были внедрены на протяжении со времен принятия независимости государства. И, кстати, в этой работе будет принимать участие обязательно бизнес. Потому что раньше лицензионные условия согласовывались с госпредпринимательством только лишь или в отсутствии писем, скажем так, представителей ассоциаций, но без проведения, не всегда проводились консультации. Сегодня стоит задача. На третий день буквально, чтобы была реакция общественного совета, была реакция бизнеса на те или иные проекты документов. Очень важно, чтобы эти документы были в балансе, чтобы был баланс не только государственных интересов, чтобы был баланс бизнеса, чтобы это все было направлено на построение эффективных механизмов развития предпринимательства и защиты прав потребителей. Буквально на днях сайт «Левый берег». В этом году предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, заплатили налогов втрое больше, чем в прошлом году. В тот же момент, в то же время, фактически бизнес-среда, представители малого и среднего бизнеса не получили обещанного ранее при внедрении нового налогового кодекса модернизированного бизнес-климата, который подразумевает там ряд шагов со стороны государства, которые бы облегчали, дерегулировали и так дальше. Вы знаете, у нас может быть много мнений высказывать. У нас свободная страна, каждый, кто что хочет, тот и говорит. Это нормально. Но я по себе могу только лишь судить, не могу гарантировать за других. Я в экспертно-апелляционном совете при госком предпринимательстве с 2004 года. Чувствуется динамика увеличения внимания как раз именно этого органа к этим всем дереволюционным процессам. Буквально после каждого заседания экспертно-апелляционного совета даются поручения по пересмотру тех или иных вопросов лицензирования, потому что у нас лицензия аннулируется пока что не настолько прозрачно, настолько эффективно. Но что касательно налогового законодательства, я в детали ходить не хочу, но однозначно на себе ощутил. Я в июле месяце, вернее, зарегистрирован в Кривом Роге, проживаю все время в Киеве. В июле приехал сдать декларацию, я являюсь субъектом предпринимательской деятельности, и заплатить налоги. Знаете, как меня удивило, не было вообще очереди. Конечно, все очень быстро решилось. Десятки тысяч предпринимателей в Украине закрыли свою деятельность за последние 2 года. Нет, увеличился срок сдачи отчетности. Это плюс, это большой плюс для бизнеса. А то, что увеличилось количество поступлений в бюджет, мне тоже кажется, это для государства нормально. Ведь мы, предприниматели, должны понимать, что мы не только лишь предприниматели, мы есть граждане страны, мы есть потребители. И мы должны понимать, что государство существует, в принципе, за счет налогов. Это испокон веков. И если нет налогов, нет государства, нет социальных возможностей для поднятия пенсионного там, обеспечения и тому подобное. Но я знаю экономику некоторых рынков, я сам предприниматель. И до этих вот реформ, и я еще тогда выступал в поддержку отмены единого налога для арбитражных управляющих, для оценщиков, для риэлторов. Я знаю экономику этих рынков, я знаю те оптимизацию, которую вот делали до этого, и это все теряло государство. Поэтому то, что есть увеличение бюджета, мне кажется, только плюс. Другой вопрос, конечно, по расходу этой вот части. Это уже отдельная история, здесь общественность должна тоже и бдить. Ну, это важно, что вы это признаете, что с расходованием этих денег действительно существует. Я не расходую эти деньги, поэтому... Безусловно. Да, но я представитель Института гражданского общества, я гражданин нашей страны. Я тоже хочу участвовать в этих процессах, наблюдать, чтобы все было прозрачно.
Собственно, вы не первый раз в нашем городе, в связи с этим не могу не спросить. В прошлом году, собственно, при активном вашем участии, в том числе здесь, вот в Николаеве, и не только в Николаеве, активно обсуждался законопроект о саморегулирующихся организациях. Если не ошибаюсь, март 2011 года. Да. Вот, здесь было много в тот момент сказано о том, что Николаев выступает пионером в этом деле, благом и так дальше. Предприниматели, которые работают в сфере светопрозрачных конструкций, заключили некое такое соглашение. Ну и как бы это все подано было достаточно пафосно. Да. А какое продолжение получилось вся эта история? Вы знаете, любое начинание, это, ну, говорят, начало это уже половина сделанного. Но почему мы выступаем за законодательное именно как раз закрепление развития института саморегулирования? Потому что, ну, как во всех развитых странах, где эволюционным путем экономика создавалась, где она есть рыночная уже давно, где есть правила, где есть культура, там нет закона специально о саморегулируемых организациях. Они саморегулируемы по признакам, они эволюционным путем к этому шли, но на это потратили столетия. У нас с вами нет этого времени. Мы 80 лет были в тоталитарном режиме, в плановой экономике, но мы стремимся к рыночному. За 20 лет, по сути, особо немного изменилось. Но для того, чтобы сократить время развития, то есть прийти к этим стандартам, к этой культуре, необходимо нам дать рамки. То есть нужен закон специальный, который поставит определенные ограничения, поставит функции, даст возможности институтам саморегулирования отделяться от того бизнеса, который работает нечестно. То есть есть предприниматели, которые хотят взять на себя дополнительные обязательства. Вот в прошлом году как раз именно в этом направлении и пошли работать предприниматели, работающие со светопрозрачными конструкциями. Но как выяснилось, что вот эти вот затраты, понесенные ими, да, то есть взятые дополнительно, они не нашли поддержки среди потребителей, потому что потребитель на сегодняшний день, понятное дело, выбирает дешевле, потому что, ну, хотя он не понимает, наверное, что это не всегда качество, и он потребитель иногда страдает, потому что он, заплатив за какую-то продукцию, он может быть обманутый, то есть, ну, понимаете, да, что должна быть регуляторная политика в балансе, и как раз именно государство, задача государства, построить эффективную регуляторную политику, чтобы были защищены все интересы. И вот в этом плане как раз и наши ожидания подтвердились. То, что когда нет поддержки со стороны государства и нет информационной политики с точки зрения, чтобы потребители понимали, что лучше обращаться в риэлторскую фирму, агентство недвижимости, ту, которая состоит в ассоциации и приняла себе дополнительные обязательства, подчиняется определенным правилам, стандартам профессионального сообщества, где есть дисциплинарные комитеты, где есть третейский суд, что потребителю дешевле и выгоднее и быстрее будет обратиться в саморегулируемую организацию риэлторов, нежели отсуживать через суды, добиваться справедливости, если будут нарушены их права в агентстве недвижимости, которое не входит в такую организацию. Потребитель, прежде всего, должен знать. И когда потребитель будет знать, что есть такие отличия, они будут, естественно, выбирать на рынке те ответственные агентства недвижимости, которые имеют такие, вот, скажем так, входят в состав самоорганизации. Но на сегодняшний день, конечно, это не реализовано, это не такой простой путь. И с понедельника или с нового года, с принятия закона о саморегулировании, который, кстати, сейчас разработан и в сентябре месяце должен быть внести план национальных действий правительством в Верховную Раду, я думаю, что такой документ будет и приниматься, в принципе, так сказать так, при обсуждении с профессиональным сообществом. Мы участвовали активно в его разработке, а мы его пересмотрели немножко в сравнении с тем, который в прошлом году был опубликован, потому что уже принят закон об общественных организациях. То есть мы упростили немножко возможность получать статус саморегулируемых организаций. И в этом отношении, конечно, предстоит поработать 3-5 лет для того, чтобы существенно и качественно принести свой вклад в дерегуляцию. Мы считаем этот законопроект и закон будущий одним из основных процессах дерегуляции нашей страны. Потому что это, знаете, это как подушка, это замены того, что сегодня проводит правительство. Отмена лицензирования, отмена административного давления, отмена и сокращение административного вмешательства государства в рыночную экономику, но просто так, как мы уже видим по некоторым отраслям, по некоторым профессиям, видам там, деятельности, бизнеса, нельзя просто так сокращать, понимаете? Необходима должна быть какая-то система, замена, которая поддержит систему регулирования и сохранит этот баланс, сохранит нормальных предпринимателей, добропорядочных, чтобы в этой профессиональной среде, если нет достаточно нормального регулирования, то мы должны понимать, что прерогатива будет, там, тут преимущество будет у того бизнеса, который нечистно руку, недобропорядочно. Ну хорошо, вот даже, скажем, во время своих приездов в Николаев, вот ситуацию, которая существует на Николаевском рынке рекламы,
вы каким-то образом обсуждаете? Я почему спрашиваю? Потому что на самом деле, вот мне действительно интересно. Вот поговорили, подписали некое джентльменское соглашение. Закона на тот момент не было и на сегодняшний момент пока нету. А не прошло и года, буквально вот весной уже 2012 года в Николаеве разразилась настоящая война в свете рекламы, в сфере рекламы. Бигборды, собственно, и продолжают появляться абсолютно несогласованные, абсолютно пиратским способом установленные. Городская власть там как-то, ну, достаточно, с моей точки зрения, недееспособно пытается что-то убирать. Но люди, которые в тот момент, вот, собственно, год назад, там, полтора года назад поддержали эту идею, они сегодня как минимум разочарованы. Они говорят вам о своем разочаровании или нет? Понимаете, я, конечно, увидел, проезжая по городу Николаев, увидел очень много рекламных щитов. Буквально один на одном. И очень часто повторяются, тем более сейчас предвыборная гонка, повторяются именно реклама. Где-то она, ну, ее слишком много. Вот в развитых странах, вот, да, где есть даже вот страны, по-моему, Америка, где в некоторых отраслях вообще не издано ни единого документа государственного. Да? То есть бизнес самостоятельно самоорганизовался, с потребителями договорились, и они разработали эти правила стандарта, где нет проблем совершенно. И государство не вмешивается. А там, где есть проблемы, государство вмешивается. Проблема сегодня в том числе на рекламном рынке. Я вам хочу сказать, что у нас масса вопросов, где необходимо решение вот этих вот проблемных нюансов. Конечно, здесь ответ лежит в контексте и в области регулирования. И как раз именно наш общественный совет и призван принимать вот эти вот сигналы и реагировать, потому что мы более мобильнее, мы быстрее, чем этот бюрократический аппарат, ходим по, скажем так, и по коридорам власти и добиваемся своего, потому что это непосредственно наше, совместно, конечно, с государственным ведомством. Хорошо. Налоговая служба Украины не так давно проанонсировала новую налоговую реформу. Мы еще не успели привыкнуть к новому налоговому кодексу, опять заговорили о необходимости реформировать всю эту историю. Вы анализировали каким-то образом предложения, которые вносят налоговые? Мы сегодня слышим такие комментарии, что новации не предусматривают вообще упрощенной системы налогообложения. Ну, это прямой удар по малому и среднему бизнесу? Мне кажется, что мы постепенно должны в любом случае заниматься изменениями. То есть мы должны апробировать на ментальности, потому что ожидания правительства могли быть одни, а реализация совсем другая. Надо учитывать ментальность, надо, наверное, учитывать экономическое состояние, в котором мы находимся. И поэтому изменения, это уже изменения, наверное, уже это хорошо. Плохо, когда все застаивается, ведь есть поговорка, если вода не движется, она загнивает. Мы считаем как раз именно, что институты, вот опять-таки саморегулирования, они мобильнее, быстрее могут изменять и адаптировать правила и стандарты к условиям рынка. И если инициатива правительства есть по изменению налогового кодекса, то это нормально. Наверное, какие-то выявились пробелы, и их надо закрывать. Это плюс. Детально не могу сказать, там, оценить, то есть уровень, скажем так, этих изменений, не готов пока поговорить. Но тем не менее, мое мнение такое. Хорошо. Ну хорошо, подводя итог, собственно, разговору, у вас выше прозвучало, что реорганизованное госком предпринимательство сейчас возобновляет структуры в регионах, ну и так дальше. То есть мы вначале услышали, что вы достаточно оптимистично настроены. В какие сроки это все может происходить? Государство для себя определило, как все-таки Госкомитет достаточно быстро или не быстро будет восстановлен? Вы знаете, восстанавливаются, работают с утра до вечера и даже выходя за рамки, скажем так, рабочего часа. Вопрос в том, что сейчас есть определенные процедуры на проверку и так далее и тому подобное. Но, насколько мне известно, работа идет на полном ходу. И буквально в ближайшее время мы уже видим представителей. Я особо не ведаю, скажем так, делами, внутренними делами госпредпринимательства, это не мое дело. Наше дело, скажем так, помогать, там где-то вот участвовать в формировании этой политики в общем. Но я думаю, что уже в самое ближайшее время мы свои региональные экспертные группы, которые мы вот формируем, к ним уже, скажем так, состыкуем региональных представителей, которые будут назначены соответствующей комиссией. Угу. Ну и подводя итог разговору, также не могу не спросить. Собственно, мы сегодня находимся в состоянии выборов, еще 2 месяца будем находиться. Мы слышим также сегодня вот такие, такого рода комментарии, что вот вся такая, ну, достаточно такая либеральная риторика в адрес малого и среднего бизнеса со стороны государства, это своего рода заигрывание.
с избирателями перед выборами. После выборов все может кардинально измениться. И опять начнется завинчивание гаек. Как вы оцениваете такую перспективу? Вы знаете, я не сужу о деятельностях правительства и некоторых служб, министерств по интернету или по телевидению. Я непосредственно участвую в этих некоторых процессах, потому что являюсь также членом общественного совета других министерств, ведомств. Я очень практически каждый день нахожусь в госпредпринимательстве, я вижу реальную работу руководства и самого аппарата. То мне кажется, что это все, ну, знаете, как лирика отношений там выборы, не выборы. Мы постоянно в состоянии выборов находимся. Но тем не менее, мы как ставили задачи себе 10 лет назад, мы к ним движемся, мы идем, мы не обращаем на это внимания. Мы обращаем лишь внимание на тех людей, которые что-то делают, и пытаемся с ними сотрудничать и реализовывать то, чего мы хотим, добиваясь определенных результатов. Потому что как раз именно это наша цель. Я, насколько понимаю, не я лично и ни кто из руководства общественного совета не участвует при выборах. Горнке. То есть это не наша политика. Наша политика — это создание политики, гражданского общества, да, участие и формирование. У нас это получается, у нас большие амбициозные планы, и я уверен, что у нас все получится. И мы, мне кажется, это будет один из пилотных, наверное, общественных советов, который покажет свою результативность. Потому что, а, мы имеем большую политическую волю руководства госпредпринимательства, и б, мы имеем отличную команду менеджеров. Поэтому я думаю, что нам самое главное — результат. А политики, я думаю, и народ разберется, каким у нас должно быть государство, за кого проголосовать и каким будет малый и средний бизнес, зависит непосредственно от бизнеса. Мы должны быть активными. Если мы занимаемся бизнесом, мы знаем, как это в развитых странах, значит, мы должны этим заниматься и отстаивать свои права. Кто-то где-то может ошибаться, иметь свою позицию, не хватает информации. Малый и средний бизнес должен быть активнее, объединяться и участвовать в формировании государственной политики. Это испытано на мне, есть определенные результаты на нашей отрасли, то есть госпредпринимательство реально работает, и мы имеем с чем сравнить, и поэтому движемся. Павло Миколаевич Михайліді, голова громадської ради при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Бувся нашим гостем і відповідав на наше питання. Дякую, найкращих успіхів вам. Дякую. Добрий вечір. До свидания.